Мы сейчас находимся в месте, которое называется Нахаль-Прат. Это ручей. И здесь мы нашли огромную пещеру. Вот за моей спиной вы видите, там вход был в эту пещеру. На нее нужно было карабкаться достаточно долгое время. И сейчас я внутри самой пещеры. Здесь очень много места, и здесь очень крутые потолки из смолы. Здесь все из смолы, но самое главное, что в этом месте живет колония огромных пауков, размером, наверное, с мою руку, которые здесь съедают даже больших птиц. Они здесь едят ласточек, голубей и маленьких воробушков. Самих пауков мне, наверное, не удастся найти сейчас и снять. Но я могу показать вам их паутины. А еще здесь... Сейчас я вам покажу с другой стороны пещеры. Вот, за моей спиной туда есть вход, который еще... мало изучен, туда никто не проходил. Там маленькая, вот прямо маленький проход, туда протиснуться, ну, очень сложно. Может быть, какой-нибудь маленький ребенок только туда пролезет. К тому же, я не знаю такого ребенка, который бы рискнул туда полезть, потому что здесь везде пауки, и реально, если здесь в открытой пещере они огромные, то там, в месте, куда никто не заходит, наверное, вообще живут гигантские, которые могут сожрать целого ребенка. Остановимся на небольшой привал, может, минут 20 здесь посидим, побудем в этой пещере, что-то перекусим и пойдем дальше, будем купаться и наслаждаться в ручье Прат. Горячимся в монастырь. Мощный подъем. Сзади, если вы видите, корячится Аня. И никак не может докорячиться. Где ты там корячишься? И мы дошли до какой-то пещеры уже. Но пещера не может быть монастырем. А это даже не пещера. Это просто дырка в скале. Глубокая. Сквозная. Там есть проход. И все, и тупик. Нет тут никакого прохода.
Возвращаемся, ищем монастырь. Вдоль ручья множество монастырей, но именно в этом месте находится монастырь, основанный монахом-отшельником Харитоном. Согласно легенде, этот монах как-то был схвачен разбойниками и заключен в пещеру прямо на этом месте. Когда разбойники, оставив монаха в пещере связанным, отлучились по своим темным делам, туда заползла змея, которая, не тронув Харитона, подползла к бутылке с вином и выпустила в нее свой яд. И вернувшись в пещеру, разбойники устроили попойку и насмерть отравились ядовитым вином. Так Харитон был спасен. Приняв это избавление за знак свыше, он прямо здесь в пещере и основал монастырь, который назвал Фаранской лаврой. Мест, которые, так назовем их, были достаточно цивилизованными. И сейчас начинаются дикие места, где нужно лезть по скобам. Сначала наверх, потом спускаться вниз. А потом прыгать в бассейн. В природный бассейн. Ручья Фара. Я залез на какую-то вершину, скобы пока закончились. Я уже иду. We'll be right back.
Наше вчерашнее путешествие по Нахаль-Прат закончилось. Мы задолбались идти до автобусной остановки, нам пришлось поймать, мы решили поймать попутку, которая нас довезла до Нахаль, до Цомит-Аль-Мок. Это недалеко, перекресток недалеко от Мертвого моря, где мы через, прождав минут 40, сели на автобус, который довез нас до кибуца Энгеди. Пляж Энгеди общественный так и не открыли, он уже, наверное, года полтора. Там ремонтируют дороги, и все перекрыто, туда попасть нельзя. Мы на него очень рассчитывали, поэтому нам пришлось пройти еще час пешком по трассе до кемпинга Энгеди Спа. И в кемпинг уже, в стоимость кемпинга включены спа-процедуры, пляжи и все, что может предложить туристам и отдыхающим этот роскошный оазис в пустыне. Сейчас мы находимся здесь, мы переночевали здесь ночью, сейчас проснулись только что. Здесь уже куча народу, очень много людей, и большинство из них русскоязычные, что напрягает еще сильнее. Вот. И мы сейчас пойдем развлекаться и использовать все, что предлагает Энгеди Спа. Поехали.
out to the same confining mountain holes. We got too close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Вот мы и вышли уже из центра Эйнгейди Спа. Наш отдых здесь подошел к концу. Теперь нам осталось только дождаться нашего автобуса. Еще немного времени. И отправиться домой, к цивилизации. А то мы столько времени были вне дома, в походах, в спа. Хочется уже принять нормально ванну. В нормальном унитазе посидеть. На нормальном унитазе посидеть. И кушать замороженные продукты из холодильника, которого здесь тоже нет. Что касается самого спа-центра, ну, как бы приписочка спа здесь очень-очень даже лишняя, потому что на спа-центр он не тянет вообще. Единственное, что, если, конечно же, его сравнивать не со спа-центрами, а просто с пляжами на Мертвом море, я был на, помимо этого места, еще на двух пляжах. На пляже в Эйнбокек и на пляже Минерал в Агава Минерал. Ну, на пляже в Эйнбокек там вообще все очень плачевно, там особо ничего нет. И если вы не любитель созерцать старушечьи задницы, 90-летних старух, то кроме как купаться там в Мертвом море, делать там вообще нечего. На пляже Минерал Агава там есть практически то же самое, что и здесь, за одним только исключением, что там все это на порядок выше уровнем. Эйнгейди здесь пляж считается спа-центром. Пляж Минерал Агава считается просто пляжем. И представьте, что на пляже есть то же самое, что и в спа-центре. Но с одним только условием, что все это то же самое, только лучшего уровня. Если брать, например, здесь бассейны с сероводородом, то чувствуешь себя просто как в бункере, загнанном, не очень комфортно, и как будто бы ты попал, не знаю, взрыв из прошлого, и ты попал в 60-е. На пляже Минерал те же самые сероводородные источники находятся практически под открытым небом, и там в любой момент ты можешь просто повернуть голову налево, посмотреть прекрасные горы Иудейской пустыни и, повернув голову направо, увидеть Мертвое море и Иорданские скалы. Это очень круто, и это касается всего, а также и самого пляжа на Мертвом море, также и самой стоянки и так далее. В общем, из трех пляжей, на которых я был, этот занимает второе место. Если брать в расчет только то, что, если воспринимать это место как пляж только, если воспринимать это место как спа,
что это худшая спа на планете. Худшая спа. Если это спа, то это... Если это пляж, то это где-то вот так. Так что, если у вас будет выбор поехать отдохнуть сюда, в Энгеди Спа, или же отправиться на пляж в Минерал в Агаве, не в Агаве, а просто Минерал Агава, то, не задумываясь, выбирайте Минерал. Там намного круче, и вам там понравится 100% намного больше, чем здесь. Я пошел на остановку ловить свой автобус, дабы не пропустить его. А с вами я прощаюсь. До скорых встреч, друзья.